Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова, рада вас приветствовать! Сегодня в этом видео я в первую очередь хотела бы поблагодарить вас, тех зрителей, подписчиков, которые приобрели мою книгу. Книга называется, напомню, «Чистый дом, счастливый дом». Здесь полезные советы на ведение порядка и уюта в доме. Автор я, Марина Жукова. Друзья, я бесконечно рада, что вы приобретаете, покупаете мою книгу, читаете ее, оставляете положительные отзывы. И особенно рада, очень многие люди к 8 марта, к Новому году покупали такую книгу в качестве подарка. Друзья, это бесценно, потому что когда мы дарим подарок, это, конечно же, желание поблагодарить, сделать что-то полезное, приятное для другого человека. И если в качестве подарка вы выбирали книгу, для меня это, конечно, огромное счастье. Поэтому большое вам спасибо. Сегодня я хочу разыграть одну книгу в конкурсе. Если есть желание выиграть такую книгу, то в комментариях пишите «Чистый дом, счастливый дом». И, наверное, дня через два я подведу итоги. У нас накопилось с вами много конкурсов, и книга направится к своему победителю. Друзья, еще раз говорю вам огромное спасибо за то, что покупаете, за то, что доверяете. Мне очень приятно. Значит, книга без цветных картинок. Очень многие спрашивают, есть там картинки в книге или нет. Картинки имеются вот такого вот плана. Книга немножечко нестандартная. Я не совсем увлекалась полезными советами в этой книге, но они, конечно же, здесь имеются. Здесь есть история уборки, история наведения порядка и так далее, и так далее. В общем, очень много, на мой взгляд, интересных фишек в этой книге. Мое желание при написании этой книги было такое, чтобы здесь были полезные советы и еще мотивация на наведение порядка. Надеюсь, что мне это удалось. Если кто-то прочитал, обязательно ставьте свой отзыв. Для меня это очень и очень важно. Даже если вам что-то не понравилось или вы чем-то хотите меня дополнить, обязательно. Вот где приобрели книгу, там обязательно есть отзывик. Вот в этом отзывике оставьте небольшую хотя бы строчку, понравилась, не понравилась вам книга. Я буду знать. Друзья, значит, где приобрести эту книгу, все ссылочки я оставлю в инфобоксе. Значит, есть эта книга вот в таком вот бумажном носителе и есть в электронном. Все ссылочки будут под видео, обязательно заглядывайте, ну и, конечно, принимайте участие в розыгрыше. Еще раз, друзья, огромное вам спасибо за то, что смотрите мой канал, за то, что читаете мою книгу, за то, что доверяете моим рецептам. Для меня это очень-очень важно и очень ценно. Всем спасибо за просмотр, скоро увидимся, всем пока!